Марфомариинской богадельне на днях исполнится 6 лет. Небольшой церковный приют открыли при социальном отделе Хабаровской епархии. Кому и как здесь могут помочь, расскажет Наталья Чернышова. Валентине Ханаковой 85, 4 года. Женщина живет в Марфомариинской богадельне. Она представляется бабкой Валькой, любит решать кроссворды и слушать душевные песни. Как и многие подопечные церковного приюта, когда-то лишилась квартиры, осталась без помощи родных и оказалась здесь, о чем не жалеет. Отлично, здесь отлично. И кормят, и помоют, и покупают, подстригут, покрасят надо. Где-то люди брошены, и такие страшные истории одиночества, покинутости. Вот. Есть ситуация, когда родные и близкие вроде есть, но настолько они уже очерствели, может быть, и рядышком, буквально за стенкой живут, и не могут оказать эту помощь вот, в силу своего вот, отсутствия вот, уже страдания, любви. В съемной трехкомнатной квартире живут 6 человек. Сюда принимают тех, кто не может сам о себе позаботиться. Ухаживают за подопечными сестры милосердия и волонтеры. Звонят мне по телефону очень много. Вот сегодня дедушку привезут. Завтра я поеду к дедушку тоже смотреть одинокого. Он брошенный. Один живет. Ну, так получилось, что родственники уехали, а он один остался. И нам как бы расшириться очень хотелось бы, чтобы и они комфортно себя чувствовали. Вера Павловна все 6 лет не жалеет душевного тепла и молится за каждого, кто попадает в богадельню. Очень заботливая, очень даже. Она о всех думает, придет, просит, поболит. Ну, все золотой человек. Я говорю, ты, наверное, памятник золотой подправить при жизни. Здесь всегда рады добровольцам. Чтобы помогать, не обязательно верить. Можно просто прийти и погулять с теми, кто хоть немного может передвигаться. Поговорить, подержать за руку и обнять. Помывка вот, и переворачивание, то есть уход, да, так называемое. А есть обычные наши бытовые потребности. Погладить, сложить белье, вот, помыть. И, конечно же, одной из потребностей наших подопечных, ну и вообще в целом людей, особенно пожилого возраста, является дефицит общения, дефицит внимания. В этом году городская администрация выделила для богадельни здание, но там нет воды и требуется ремонт. Сейчас в епархии проводят сбор средств. Необходимо 750 тысяч рублей. Ведь помощь нужна не только этим 6 пенсионерам, а гораздо большему количеству людей. Узнать, как поддержать Марфомариинскую богадельню, можно по телефону 243-061. Наталья Чернышова и Степан Крокус. Смотри Хабаровск.